Всем привет, вы на канале Мисс Элис, и сегодня у нас уже второй влог. Алиса такая счастливая в кавычках. Да, всем привет, доброе утро, у нас оно раннее, и мы идем в школу. Мы идем в школу на утренник, у нас вот даже крылышки с собой. Но мы вам пока не раскроем всех тайн, увидите, что у Алисы под курткой уже в школе. На утреннике, да? Алиска у нас заболела немножечко. Гланды воспалились. Так что мы сейчас вот такой вот компанией выдвигаемся потихонечку в нашу школу. Покажем вам, где учится Алиска. Вы знаете, что такое эхо? Да! В эхо вам помогут мои прекрасные снежинки. Начинаем. Собирайся, детвора. Да! Да! Начинается игра. Да! Да! А громче? Уже дома. Давно. Да. Давно, но пока тут покормили Соню. Сидит вон ребенок, мультики смотрит. Сок попивает. Пока Алиска переоделась, себя пришла. Вот сейчас села рисовать. Сквиши, да, своих перерисовывать? Да. Давай перерисовывай, а я пока покажу, что тебе подарили. Какой сладкий набор. Алиске Дед Мороз подарил вот такой вот сладкий набор, тяжелый, с Новым годом. Давай высыпем, посмотрим все, что есть. Давай, разберем, какие будут у меня, какие папе. Давай, с папой делимся. Так, высыпаем. Я тут рядышком с тобой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ничего себе конфет тут. Туда же. Соломка! Ничего себе! Прикольный набор, да? Да, тут столько всего. Вообще. И даже вафельки. И даже целая шоколадка с ангелочком. И вафельки. Соломку я первый раз вижу, если честно, в сладком наборе. Ну, прикольно. Это тебе. Это тебе, это мне. Это мне, это тебе. Это опять мне, это опять мне, это опять мне. Я шучу. Ну и всякие разные конфетки. Разные-разные. Чего-то только нет. Даже лепестки роз. Пишите в комментариях, какие конфетки любите вы. Да. Посмотрите, что делает эта девочка. Эта девочка раскладывает конфетки. Она их не ест, она ими играет. Я написала. Некуда положить, да, уже, Сонь? Вот так. Давай посмотрим. Алиса нарисовала и написала. Алиса 7, кекс и кот. Прикольно. Очень красиво получилось, зайка. Молодец.